Смотрел YouTube. Мне понравился видос про запрещенную в России организацию Афганистана на букву Т. Как они готовят спецназ там с М-16. Вот это охуенно. Я много раз пересматривал М-16. Так охуенно выглядит. Короче, там проводят учения американской техники. С американской техникой, которую они захватили. Короче, везде, где голод, там и голод, и там везде проводят военные учения и как бы заботятся о армии. У нас тоже скоро будет голод. Там, сейчас успеют бы съебаться к этому времени. Даже если в Африку съебаться, с голоду не умрешь. Ну или не знаю, Северный полюс, в Антарктиду съебаться тоже там, процветание. Там что еще там, какой-то фильм, пересказ фильма, хуйня полная. О чем фильм? Думал спать лечь. Что спать охота? Спать охота. Короче, ничего кроме военных парадов не происходит в мире. Вот. Все. А, вот я хотел про сны рассказать. Короче, я стал во сне осознавать, что типа это сон, и можно чего угодно делать, все равно это виртуальная реальность. То есть это такая реальность, с которой ты проснешься. Я стал там пытаться пиздиться. Ну, то есть осмелел, блядь, во сне. То есть снится, например, что я на берегу нашего озера, только всегда снится, что это город, ну, не такой, как у нас, а всегда там лето и климат, как Калифорнии, там, еще где-то. И город сам, он, типа, более живой такой, раз в 1000. Как будто это даже, ну, как будто это даже не, вообще не, даже не Москва, а это Калифорния, вот какая-нибудь такой вот город, знаешь, где жизнь там, типа, ну, а, это нельзя, точнее, там мертвые все, и там враги нашего народа. Нельзя жить в Калифорнии, запрещено. Это плохо. И я не уважаю Калифорнию. И все столько люблю Россию. Вот здесь жизнь кипит и развивается, и мы будем жить охуенно. Так сказал мне один, с кем я лежал в палате, блядь. Когда меня отпиздили АУЕ-гопники, гомофобы, за то, что я делился с ними сигаретами за 200 рублей, за то, что я гетеросексуал, за то, что я уважительно с ним общался и попытался защитить
гопника от двух его других друзей-гопников, боксеров, которые пизданули его за то, что он обозвал того пидором, пизданул ему и требовал пояснить за пидора. Таким образом, Россия процветает. Россия процветает и будет процветать, а США загибается и все загнется нахуй. Короче, я типа во сне. Там, знаешь, во сне не получается драться, потому что руки слабые, ноги слабые, блядь. Не можешь, короче, ударить, нанести, как будто нету вообще силы даже рукой просто вот так сделать. Даже это не получается, но попытки хотя бы уже осознанные есть. Или, например, спрыгнуть там откуда-нибудь. Не так страшно. Потому что знаешь, что проснешься в своей постели, блядь, в Сибири. А просыпаешься, короче, и смотришь темно. И удивляешься поначалу, что типа, ну, переходу этому из вот этой локации. Как будто ты телепортировался из одного географического местоположения в другое, как бы. Вот. Такое ощущение, что сон это как бы телепорт в другой мир. Ну, в другое место, то есть. Просто. Это не дефрагментация памяти в мозгу, где каждый персонаж и событие это часть твоей личности там. Или того, что ты видел. Там во сне происходит то, что ты вообще никогда не видел и подумать бы не мог. И персонажи все ведут себя там не как персонажи. Вот именно, что здесь вот ведут как персонажи. И здесь происходят нелогичные вещи совершенно. Как будто это ненормальный, абсолютно нереальный мир. А сон это логичный, живой мир такой вот прям настоящий. Где люди, настоящие личности, одухотворенные, живые, индивидуальные. И каждый действует, как будто у него есть душа, вот, и личность развитая. А здесь, как бы, ну, вообще нечего сравнивать. Томлюсь я в этой реальности. А, короче, сейчас буду играть в ебучий Castlefight. И спать хочется.